Virgen. Miren. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь ко мне грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий и весь мир наполняющий, Источник благ и податель жизни. Приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Встав после сна, припадаем к стопам Твоим благи, ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, деяния каждого обнаружится, со страхом воскликнет полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал необычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне пообщаться Словом Твоему, разуметь заповеди Твои и исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его, род правых благословится, обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведный. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Вовеки рок его вознесется во славе, нечестивый увидит это и будет досадовать. Заскрежещет зубами своими и истает желание нечестивых погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже.
Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мой недостойный уста и восхвалить святое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна я посреди ночи, приношу Тебе песню, спаси, припадаю к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Владыка человеколюбче, став после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и веди в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага, и на Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостоил меня при свете Твоей истины, с посвященным сердцем исполнять Твою волю ныне всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, сил бесплотных, всякой плоти, на высотах небесных живущих, озирающий дол земли, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведущий тайны человеческие, изначальный, вечный, неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем, отрезвленную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Сына Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу знать каждому по делам его, то найдет у нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди его, и готовыми войти с Ним в радости, божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, от омраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слав. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Сергий, Игнатий, Владимир и другие.
чтобы мы усердно к вам пробегаем, скорым помощником, молитвенником на душах наших, Богородица. Дева радости, благодатная Мария, Господь с тобой, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшка Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей всех ближних моих, друзей, общину нашу, Крестовоздвиженскую, Барнаульскую, Потеряевскую, всех православных христиан, подаем твои земные небесные блага, не лиши их милости твоих, посети их, укрепи силой твоей, дай им здравия и спасения души, исцели брата Владимира, сестру Татьяну, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, прости им все грехи, вольные и невольные. И даруем Царствие Небесное со святыми покой Христе, души рабов твоих, праотцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять тебя, как Богородицу всегда блаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего. Мы величаем тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слова, достойную большей почести, чем херувимы, и несравненно славнейшую, нежели серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Господи и Владыка, живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дай мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви, дару, не рабу твоему. Ей, Господи, дары мне видеть мои прегрешения, не осуждать брата моего, так как благословен ты во веки веков. Аминь. Помилуй, Господи, сына моего Константина. Научи его благоговеть перед тобой. Дай ему крепкую веру, Господи, прошу тебя. Я бы попросил Владимира почитать вот эту семикратную молитву. Сможешь, Володь? Она у вас есть. Только не торопись, он все будет чистить. Надо медленно считать молитву. Медленно, вдумчиво. Ну, Игнатий Тихонович, считайте, или Володя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. Сын Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Тебе наш милосердный Бог и Иегова. Авва Отче, услыши молитву нашу, помилуй, прости меня грешного. Тайную яву в уме помышлений, в воде и в ночи, во все дни жизни нашей прости, ибо ты благо, человеколюбец. Аминь.
Что-то не слышно вас. Это измененное. Это так и осталось старое. Ты не переменил, которое я посылал-то. Я на память все это считаю, а тут надо считать, смотреть. На память. Это считайте на память. Я не буду тогда смотреть. Считайте на память. Он говорит на память. Да. Но... Что-то звук у вас какой-то плохой там, заедает. Звук плохой. Звук плохой. А как его сделать хорошим? Ну, вот сейчас хороший, поближе маленько. Ну ладно. Прости, Господи. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который Ты дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви. Аллилуйя, как на истину. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, Ты покрыл нас любовью Твоей и сохранил в пути и в этих дальних путешествиях. Воздай милостями всем, кто принимал нас, кто помогал, Павла, Зинаиду, семейство их, Владимира и семью его. Надежда Людмилу, воздаем добром Христе Боже наш. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю тебя, мой ангел, сколько лет ты хранил меня, защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу тебя, мой добрый ангел-хранитель, не покинув смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. Веди душу мою в обители вечные, навеки. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никому не завидовать, никогда не роптать и быть экономным во всем. И каждому дару жилье, и Сергею Гавриилу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе за святых Твоих, за ходатаев наших. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илия и Елисей, Енох Моисей, Самуил Аарон, Иов Авель, Ной, Иосиф, патриархи. Ездра Неемия, Амос Наум, Исаия и Иеремия, Варух Иезекииль, Осия и Аиль, Агей Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и отроки, пророк Михей. Молите Бога о нас, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего, нашего отшествия, не застал нас неготовыми, но чтобы вышли встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога нас, это и ангелы, и архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие. Святые апостолы, Петр и Павел,
Евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание и жить по нему, исполняя святые заповеди Твои. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога на святые мученики, мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп, Слимский, Устин, Философ. Косма и Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский. Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников. Царь Николай, святое царское семейство. Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Укрепи, Господь мой, Господи, сохрани крепкую веру, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста, когда он придет. Помилуй нас, Господи, Анфиму, Вениамину дай веру и устраши родителей за такое ложное воспитание детей. Аллилуйя. Чтобы никто не принял начертание этого зверя. Укрепи нас, Господи, и бодрствование ум и сердце даруй нам. Господи, посети и косни сердце патриарха, епископа, священников и паствы, и даруй всем духовное рождение свыше. Избави всех от сребролюбия. От симонии, искажения таинств. Дабы преподавали крещение, научив прежде людей всем основам веры. Крестя их в воде в троекратное полное погружение и бесплатно. Избави от искажения таинств, симонии, когда и за святые таинства позорно берут деньги. Прости, Господи, прости это кощунство, настоящее богохульство. Прости, Господи, и помилуй. И даруй водитель со всем Духом Твоим Святым. О чем говорил Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого даруй нам. Молите Бога нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний, Феодосий, Корнелий, Ио, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Константин Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да помилует, спасет Господь нас и дарует нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о Тебе. Дай нам, Господи, любовь к Святой Библии. Будь милостив к нам, Владыка. И сохрани нас в святой православной вере. А замыслы еретиков разрушь и в ничто преврати. Молите Бога нас, святые жены и девы, Фёкла первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Усина. Молите Бога, даруй Господь женам и девам послушание, молчание,
целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания и нападения недобрых людей и злых духов. Хвала Тебя, слава Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создав меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславно согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, дивный Создатель, любящий наш Отец Небесный, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Воззри, Господи, на угрозы врагов и прости им их согрешения. И в судный день не помяни их безумия. И соделай так, чтобы делу Божие от их безумия не было вреда. Коси сердце Александра, Александра, Евгения, Сергея, Виктор, и нас помилуй, милости Твоей ради. Посети наших благодетелей, воздай им добром. Елену, Людмилу, Неонилу, Евгению и Наталью, Надежду, Юрию и Светлану, Татьяну. Ты их все знаешь, Господи. Слава Тебе. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего создание свое. Посети болящих, дай силу перевести. Пошли им исцеление, как угодно воле Твоей святой. Валерия, Илариона, Кирилла, Владимира, Виктора, Надежду, Валентину, Валентина, Валентина, Анну, Анастасию, Софию, Татьяну, Татьяну, Татьяну. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все свое время окажется на пользу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. Не дай им погибнуть. И сохрани наше сокровище в интернете и всех трудящихся здесь. Дмитрий, Виктор. Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Валентина, Дмитрия, Виталия. Всех помогающих нам, Сергея. И воздай милостями тем, кто позволяет нам здесь быть. Обрати и помоги спастись Тимофею, Тимофею, Мартину, Герману, Александру, Леонтию, Симону, Александру. Путешествующих посети. Не дай им
уклониться от истины. Раису, Льва, Виктора, Виталия. И Романа, избавь от духа лжи, упрямства. Не дай мне погибнуть. И даруй духовное рождение Никите, Виталия. Помилуй их. Между нами всеми да будет мир и любовь твои. Слава тебе. Слава тебе за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для этого пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого рода зла и греха. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И благослови охраняющих порядок и в городе, и пожарных, и врачей, и сохрани их от покушения на них. И жителей в селении благослови Андрея, Игоря, Игоря Серафима, Владимира обрати к себе, Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. Пришли добрые жители с детьми и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадовину, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. И расширь пределы общины, найди новые души, побуди всех на благовестие. Помоги нам в радости исполнить Великий пост и встретить Пасху Христову. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Евгению, Анастасию, Наталью, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Ездру, Рахиль, Александра, Александра, Сергея, Сергея, Сергея. Помилуй, Господи, их. И нас спаси и сохрани место сие, дабы чужды не могли и приблизиться к Нему. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе, милосердный Создатель наш. Да будет благословен этот день. И какие бы известия ни получили, что бы ни случилось, научи во всем доверяться Тебе, ибо без Твоей воли волос не упадет с головы. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Коснись сердца правителей, вразуми их, дай им страх Твой божественный и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. Помоги детям Сирии. Будь милостив к ним, Господи, страдающим. Посети детей Твоих, потерявших свободу, пытаемых, убиваемых, дабы никто не отрекся от Тебя. И приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Боже, будь милостив к нам. Слава Тебе, Христе Боже наш, и болящего Игоря помилуй, Тамару, спаси их и сохрани. И сохрани живность здесь и в Вселенной. И пощади добрых жителей. Благослови, Господи, Стива, Иосифа, Лидию. Хвала Тебе, наш Господь. Великие дивные дела Твои, Господи. Сохрани нас от всяческого заблуждения. Ты доцарствуешь у нас Духом Твоим Святым. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Да будет весь день, Господи, благословенным, ибо мы не знаем, что случится с нами. Научи нас во всем доверять Тебе.
и никогда не отчаивайся. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе, милосердный Создатель. Боже, будь милостив ко мне грешному, создавшим меня, Господь, помилуй меня. Вячеслав, я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и серебролюбия не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. И после этого 12 земных поклонов. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Будь милостив ко мне, прости меня. Слава Тебе, Господи, за свет нового дня. Хвала Тебе, наш Господь. Благодарим Тебя за продление жизни нашей и приготовь к исходу из этой жизни. Слава Тебе, аллилуйя. Хвала Тебе за великую жертву Твою за нас грешных, за страдания Твои, Господи, за кровь Твою, пролитую в очищение грехов наших. Слава Тебе! Аллилуйя! Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, серебролюбия, недажни, душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, еже не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Ну, остальных-то еще не можете найти. Где остальные-то, куда делись? Которые на занятия-то приходят, а надо оповестить их было. Ну что, тогда мы отходим от вас. У нас тут свои дела. Мы сейчас полезем в чат-рулетку. Володя приехал. Пати Христос. Доброе утро. Ну, слава Христу, мы отошли уже. Все.